Всем привет, с вами Иван 51, и сегодня мы продолжаем карьеру за Эмили Калькенберг на кубке IBU. Заходим в карьеру. Напоминаю, в прошлом видео мы пробежали два этапа, это Кенбер и Утепя. Напоминаю, что трассы Пекина Утепя появились у нас в новой версии игры, которую можно скачать на Boosty и Patreon, кто еще не стал спонсором. А в общем доступ игра с обновлением выйдет позже, как обычно. Посмотрим общий зачет. Общий зачет у нас такой. Дуниз Долтс у нас первая. Вторая Марен Хаммершмидт, мы на третьем месте. На четвертом Галина Вишневская, пятая Карлин Кноттен и шестая Юлия Швайгер. То есть мы входим в топ-6, который борется за выход на Кубок мира. Посмотрим общие зачеты по гонкам. В спринте мы пятые, в гонке преследования шестые, в масс-старте третьи, в индивидуальной гонке, вот, где у нас больше всего шансов забрать маленький глобус. Ну, эстафет у нас нету. Так, у мужчин у нас Дэвид Коматс лидирует. Флоран Клойд второй, третий Томас Бармалини, четвертый Филипп Наврат, пятый Терес Сеппола и шестой Сиверт Бакен. Так, на Кубке мира у нас лидирует Арибио, второй Стурла Холмнелл Грейт и третий Йоханнес Тинесбио. Ну, четвертый Йоханнес Даля. То есть доминирование норвежцев. Так, у женщин лидирует Ири Лекхоф, вторая Марта Ройсен, вот, и третья Денис Херман. Так, посмотрим результаты. У нас, напоминаю, 4 медали, 3 серебряные и 1 бронзовая. Я бы сказал, очень хороший результат, если учесть, что гонки бывают разные, где приоритет у нас стрельба в первую очередь. Так, смотрим расписание. Сегодня мы пробежим два этапа. Это будет Сочи и Солт-Лейк-Сити. В Сочи у нас спринт, масс-старт, индивидуальная гонка. В Солт-Лейк-Сити спринт, гонка, преследование, масс-старт. Ну что, можно начинать. Так, погода у нас очень теплая, без осадков. Выбираем костюм. Очень тепло, без осадков. Выбираем лыжи. Вот, звезда плюс 6 подойдет, стартуем в первой группе. Пошла загрузка. Так, в итоге у нас пятый стартовый номер. Лидер Кубка IBU на данный момент стартует по 12 номерам, Дуниз Долтс, также у ней красная майка, так она лидер спринтерского зачета. Нажимаю начать гонку. Ну, тут мы промотаем быстренько, чтобы не ждать. Вот он старт. Поехали. Сразу приближаемся к первому спуску. Вот он первый подъем первой отсечки у нас. Сейчас будем смотреть, каким мы будем. На отсечке мы показываем данное первое время. Обгоняя на 0,2 секунды Николь Гонтьер. Мы приближаемся к затяжненному спуску, который плавно идет нам, показывает болельщиков, которые поддерживают всех спортсменов из разных стран. Плавно приближаемся ко второй отсечке, где мы уже проигрываем Николь Гонтьер 0,1. И вот он, затяжной подъем, самый тяжелый на трассе, перед стадионом, где нас будет ожидать первая стрельба. Вот мы приближаемся
первой стрельбе из положения лежа у нас. Да, другие спортсмены уже стреляют. Мы начинаем. Промах у нас сразу. К сожалению, один промах у нас. Бежим на штрафной круг. Да, в Сочи такая трасса, что... Надо стараться, чтобы далеко не отстать. Так, штрафную группу мы пробегаем и отстаем на 7,2 от Николь Швайгер, которая лидирует после первого огневого рубежа. Приближаемся уже ко второй отсечке, где мы отыгрываем немножко. Также лидирует Николь Швайгер. Мы попытаемся отыграть много, чтобы перед второй стрельбой у нас не был такой большой отрыв. Понятно, в этой гонке мы уже стройку не поборемся, но за топ-10, я думаю, должны. Так, тут ускоримся. Отставание такое же примерно держим. 7,4, 7,5 было. Мы супербусты чуть потратим, чтобы в подъем хорошо войти. У нас Сьюзан Дампи показалась. Тут у нас сейчас на нем рубежи Регина Уэлли, Тария Рид, Алита Гаспарин. Тут у нас второй стрельба из положения стоя. Изготавливаемся, начинаем стрелять. Чисто мы проходим второй рубеж, закрываем все мишени и подходим к отсечке, где проигрывал Николь Швайгер уже 9,9. Николь Швайгер расстрелялась быстро. Мы, к сожалению, так не умеем, но главное попасть, а там уже смотреть по обстоятельствам, как мы сможем побороться. Тут уже 10-1 проиграно, Николь Швайгер быстрее нас идет, конечно, но мы будем бороться как сможем. Так, перед нами спортсменка. Вот у нас спуск. Болельщики радуются, проводят хорошо время, болеют за своих любимчиков, что еще нам для счастья, как говорится. Так, тут мы ускоримся. Так, чуть-чуть отыграли 0-1 целую. Вот мы идем в подъем. Тут придется супербуст включать немного, чтобы быстрее залезть. О, тут мы даже отыграли. 1 секунду почти у Николь Швайгер. Так. Так. Сьюзан Дампи тут обгоняет. Мы уже 4-е. Николь Гонтьер с промахом тоже нас обогнала. Так, ну что ж, будем подвести итоги гонки. Сейчас, конечно, нас будут двигать. Анастасия Егорова тут уже первая. Да, тут у нас уже вычислились десятки. Ну, с промахом, конечно. В Сочи тем более тяжело попасть. Так. О, тут даже Екатерина Хофер. С двумя нас обогнала. Кто играл, знает, что трасса в Сочи очень тяжело. А выигрывает у нас Анастасия Егорова, вторая Юлия Швайгер и третья Маргарита Васильева.
О, пятая нас Егорьева тоже не походит в топ-6. То есть порадуемся за наших ученых тоже. Так, лидер у нас Кубка IBU Дуня Золос, можно сказать, проваливает конку, 24 результат. Но если учесть, что у нас конки преследования не будет, а будет масс-старт, то тут многие, как сказать, везет многим. Кристина Нильсен 2 плюс 2 тут. Кто у нас еще тут? Анна Магнусом 5 промахов. В общем, есть там много намазов. Идем дальше. Так, Кубок мира. Кубок мира у нас уже Анхольц. Там этап, спринт прошел. Селина Гаспарин выигрывает. Она из Шевалер Буше вторая. Маркета Давидова третья. Терлеков седьмая. Ирина Казацкевич 13 место. Так, смотрим вообще зачет. В общем, в зачете мы сохраняем третье место. Лидер кубка IBU остается тот же. Маринка Андершмидт приблизилась, но остается на 9 очков. Так, следующая гонка у нас масс-старт. Погода прохладно, без осадков. Так, прохладно, без осадков. Посмотрим, что у нас. Так, фастер мы меняем уже. Прохладно, без осадков. Что у нас тут есть интересного? Вот, минус 4, минус 8, плюс 5. Все, угадаем, будет хорошая у нас скорость. Так, выберем костюм. Возьмем синенький и жмем. Вперед в бой, как говорится. Так, гнездовался на желтой майке. Мы как лидеры. Ю-25 синей майкой и Лиза Гаспарин лидер на стартов красной маечке. Жмем старт и поехали. Так, тут у нас масс-старт, у нас будем экономить, тем более в Сочи очень тяжелая трасса, особенно для выносливости. Будем аккуратненько. Так, подходим к первой отсечке. Все за нами растянулись спортсмены. Мы идем в своем ритме. Понятно, что нас сейчас будут обгонять, спортовать возможно. Но мы проходим в своем ритме, чтобы сохранить выносливость до последних кругов. В итоге на данный момент мы лидируем. Так, приближаемся ко второй отсечке, тоже будем лидировать. За нами Мара Хаммершмидт, Дунис Доутс. Тут мы спортуем в подъем. Как видите, наши спортсмены сзади все, они экономят силы. Но нам надо делать задел, если получится. В конце, когда у нас будет мало выносливости, мы смогли иметь какой-то задел, чтобы сохранить какое-то место. Так, вот она первая стрельба из положения лежа на изготовку. Чисто. Чисто проходим первую стрельбу. Тут у нас много кто стрелялся на ноль, есть кто промахнулся. Без этого Марлен Хаммершмидт восслабляет за собой лидерство после первой стрельбы. Мы идем рядышком. Тут наш соотечественница Каролина Кнутен. Также Элиза Гаспарин рядышком. Подходим к спуску.
Восстанавливаем силы. Смотрим, у нас уже выносливость хорошо так скушала. Если раньше мы не особо тратили ее. Мы стараемся не ускорять, где здесь вот, например, надо. Так, вот наш лидер мастартов или за господин красной маечкой, как вы видите, проходит рядышком. Сзади нас Анастасия Гриева. Так, плавно мы уже подходим ко второму рубежу. Положение лежа. Входим мы на рубеж на четвертом месте. Готовимся, начинаем стрелять. Ой, как мы неудачно стрелялись-то, очень неудачно. В итоге сейчас будем бежать штрафные круги и откатываться далеко с каждым касанием. Так, с второй стрельбы мы заканчиваем на 13 месте. Да, к сожалению, первый выстрел не получился, за ним второй. Если в первом габарит не прошел, то во втором у нас, к сожалению, плохо вообще не попали, считай. Неудачно стрельнули. И теперь нам надо стараться догонять, но... Как бы у нас выносливости не очень. Уже почти половина, у нас только третий круг. Будем идти продолжать в своем темпе. Уже опираться, как у нас будет стрельба после огневых рубежей, обстановка. За какое место мы сможем побороться на данном моменте. Соперницы будут, очевидно, идти быстрее. Тем более Сочи, где... Очень решает скорость. Лидерство захватывает, как вы видите, Каролин Кноттен, наш соотечественник. Уже начинают стрелять, изготавливаться. И нас ждет третий огневой рубеж, положение стоя. Устанавливаем дыхание и готовимся к стрельбе. Что-то у нас совсем стрельба. Соперницы дали шанс. Намазали. Там уже Каролин Кноттен улетела, можно так сказать. И намазали. Дали нам шансы. Но мы, к сожалению, шансы снова. Можно сказать, профукали. Городима Губернев наш. Любимый комментатор. Что-то пошло не так. В итоге мы уже на 18 месте, к сожалению. И гонка совсем у нас после второго огневого рубежа не задалась. Так. Впереди нас Валерия Васнецова. Сборная команда России. Да, бывают такие гонки, к сожалению, их никуда не деть. Даже у топ-спортсменов провалены. Но, ну, как говорится, мы только рвемся к топу. Поэтому такие гонки нужно нам исключать. Потому что где топовые спортсмены проваливаются, у нас есть шанс занять высокое место. Конечно. Ну, конечно, старания тоже нужны. О, Каролин Кноттен три раза промахивается. Вот это да. Вот это она дает им шансы. И кто у нас там? Татьяна Акимова? Шанс. И Татьяна Акимова попадает. И будет бороться за победу, ребят. Вот это
Однозначно лайк. Так, а мы стараемся попасть. Чтобы улучшить свою позицию хоть немного. Вот мы и попадаем. Но в итоге 17 место, и мы, считай, там же и остались при своих. Получается, два огневых рубежа у нас на 0, и 2 по 2 получаются. Сзади у нас еще Лариса Куклина прессингует. Вот это да. А тут уже, скорее всего, мы ничего не отыграем, но побороться с Ларисой Куклиной за 17 место можно стараться. Значит, надо будет прессинговать, конечно. Но у нас еще супербуст есть. Должен, который нам помочь. Так, может, мы еще кого-то обгоним. Давай, давай, давай. Кто это у нас там? Ух ты, мы даже на 16 месте будем. Хорошо. Оп. Так, а мы Валерию Васинцову обогнали. Виза Гаспарин тоже с нами рядышком. Тоже у ней 4 промо у нас. А лидер кубка IBU на 4 месте завершает гонку. Выигрывает Татьяна Акимова. Порадуемся, как я и сказал, значит, это лайк. И, как говорится, здесь наши спортсменки умницы. Молодцы. Никак на Кубке мира заставляют нервничать. Так, кто смотрим у нас на Кубке мира? Франциско Пройс побеждает, Терликов вторая, третья Денис Херман. Это у нас была гонка преследования мужчин. Арт Пайфер побеждает, Ефанасинос Био второй. И третий Яков Фак у нас. Так, а на Кубке IBU посмотрим. У мужчин Сергей Почальников, Харим Халили, Тарас Сепала. Тоже порадуемся за Карима. Так. Дальше. Так. Дальше у нас индивидуальная гонка, где у нас большущий шанс побороться за тройку призеров. Так, посмотрим общий зачет. Общий зачет у нас таков, что мы сохраняем третье место, это хорошо, держимся на нем. Но отстаем от первого, от второго, чтобы побороться за большой глобус. Говорится, надо стараться. Так, наши спортсменки тоже недалеко, есть у них шанс в шестерку зайти и кому-то выйти на Кубок мира. Мужчина у нас кто тут? Карим Халили 9. Ну, уже сильно подостал, конечно. Так, жмем вперед. Дальняя гонка. Прохладный снег. Первая группа. Костюм у нас такой будет. Вот так. Так, вот так у нас пойдет. Ой, я с лыжами вообще не уходил. Ноль, блин. Ну ладно, мы стартуем по 9 номерам. Лидер Кубка IBU по 13 номерам. И под 16 Марен Хармишмит. Как лидер идеальных гонок. С которым мы постараемся побороться. И чтоб какой-нибудь глупость выиграть за сезон. Так, ждем старт. Мы просимулируем, конечно. И стартуем. Так. Также у нас экономия выносливости. Сейчас будет.
понятно, в подъеме ускоряться все равно надо. Без этого никак. Только спокойненько. То риску клюну отодвинули на 0,4. То есть первую сечку неплохо прошли. Так, у нас уже есть кто спортсменов стреляет на первом рубеже. Так, а мы отдыхаем на спуске. Нас приветствуют болельщики, которых, конечно, мало, но, как я уже говорил до этого, что из-за ковидных мер жили на ограниченном месте. Так, вот у нас подъемчик перед стадионом. Так, подходим спокойненько. Вот у нас уже первая стрельба. Положение лежа. Выдыхаем и готовимся. Так. Изготовочка. Чисто. Закрываем мишеньки все, какие мы молодцы. И идем к первой отсечке, где мы уже пятое место занимаем. Проигрываем Ивоны Фиалковой, которая лидирует после первого рубежа. Главное стреляться чисто, потому что посмотреть, если как он мажет. У нас три промаховые мои Лундер. Тина Нильсон раз промазала. Валентина Семиренко и так далее. Так, главное примерно скорость держать. Так, Дунис Доус у нас промахивается, вот это уже интересно. Лидер кубка IBU. Вот сколько промахов-то промахивается спортсмены. Рисунки на 2 промаха, ого-го. Так, 4.9. Ну тут мы не ускоряемся, нам нужно выносливость экономить. Поэтому для нас самое главное стрельба чистая. То, что выносливость у нас быстро падает. Так, вот мы подходим ко второму рубежу. Положение стоя. Татьяна Акимова он допускает промах. Николь Тир. Ай, дай. Черт. Винтовку качнул, и мы, к сожалению, промахиваемся. Обидно. Очень обидно. Тут у нас шансы были, уже его на Фиалкова намазала. Эх, 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 эх. Видный промах. Не вовремя. Думал, ветерок от снега, со снегом. Так, мы на втором месте. 4,7 отставания. Ну, если посмотреть по статистике, многие мажут. Тут у нас всякие есть за топ-6 побороться. Хороший шанс. Конечно, хотим в тройке. В тройку побороться. Но тут уже, когда допускаешь хотя бы один промах, уже смотришь по-другому. Так, тут у нас проигрыш такой же. Хорошо. Так, как вам музыка? Оцените, тоже оценивайте. Пишите комментарии. Для меня поддержка это всегда. В виде комментариев и лайка. То, что вы оцениваете, как я веду, разговариваю с вами.
для меня будет приятно. Остальное не важно. Чисто мы проходим третий рубеж. Хорошо, Оригина Ой, опять промах, вот это да. Конечно. Дай боже, такие. Так. Ну мы выходим с третьего рубежа лидерами. Обгоняя его на Фалкон на 17,2 секунды. Тоже хороший задел. Ну, понятно, по скорости 20 секунд промах. Мы медленнее идем, но нужно сохранять силу на последний круг. Может быть, нужен четвертый. О, Стина Нильсон даже третье место у нас. Вот это да, вот это очень интересно. Только у нас там Стина два промаха. Не так плохо. Так. Так, тут 14,8. Да. Теряем, конечно, в каждой отсечке время, но главное, не сильно много. Так, ну вот мы и подходим к четвертому рубежу, заключительному. Так, тут у нас Вальц Семененко теснит. Так. Последняя стрельба. Продержим дыхание. Фух, и вперед. Чисто. Чисто мы отстреливаем. Вот там 4 промаха рисовые у нас. Тоже не повезло. Ну, после четвертого рубежа мы выходим в лидер. Ну, понятно, что мы по пятым номерам, и это рано загадывать, на каком месте мы будем. Потому что, считай, много спортсменов сзади нас сильных, которые идут в топ-6 Кубка IBU. Тут секунду проиграли после одного рубежа. Уже надо стараться быстрее проходить, насколько это возможно. Вот и опять, как и прошлая индивидуальная гонка, у нас обидный вот этот промо, где мы решили в той гонке себя победить. Как бы здесь это не случилось. Так, еще мы секунду проигрываем. Сейчас у нас супербустом, конечно, мы должны отыграть еще. Вот мы и финишируем. Нет, тут мы как раз выиграли. В последних метрах вернули свое преимущество по секундам. Так, ну что. Финишировал 11 человек, уже неплохо. Понятно, все это много людей. Оба может решиться, конечно. Ладно, жмем. Так, Дуня Сдолос, лидер Кубка IBU за 12 финиширует. И даже если учесть, если бы мы промахнулись, бы выше ее больно, 0,3. Это тоже радует, что по скорости сантиметр хорошо пошли. Так, жмем подвести итоги. Уф. Сразу 40,9. Вот это, конечно. Ой. Ой. Все, мы вне тройки. Ой, обидно. Обидно. Конечно, обидно.
Так. О, вот это, конечно, обидно. Ну, третье место, ладно. Ну, там, четвертое, но 0,2. Вот это интересно. Так, а если взять с нулем 20 секунд, конечно, ладно, хорошо, хотя намекнул, он очень быстро прошли. Поэтому... Проиграли. Так. Ну, итоговая тройка у нас Каролин Кнотен, Марен Хаммершмидт, Ирина Лещанка. Так. Четвертая Галина Вишневская, пятая Эмили Кальфенберг, то есть мы, и лидер Кубка Бью Дунис Доутс, что такие у нас итоги индивидуальные гонки. Так. На Кубке Мира у нас тоже Мастарт прошел, Ван Хольц, Марта Ройсланд первая, Тирелика вторая, Эдинара Олимбиков третья. У мужчин Кентен Фион Майе выиграл, второй Яков Фак, третий Стурлахом Улгрейд. Так, вот и у нас подошел к концу шестой этап в Сочи. Посмотрим общий зачет. Общий зачет у нас таков, что Дунис Доутс сохраняет желтую майку, Марен Хаммершмидт встает на 4 очка, и мы на третьем месте сохраняем тоже свое место. Четвертая Каролин Кнотен, пятая Галина Вишневская и Жулия Швайгер шестая. Так, посмотрим у нас дисциплины. Спринт. В принципе, мы на шестом месте, в гонке преследования тоже шестое место, на старте тоже шестое место, индивидуальная гонка, третье место, тут у нас шанс сохраняется, эстафет у нас нету, на кубке Абию. Так, смотрим расписание у нас, дальше у нас Солт-Лейк-Сити, седьмой этап. Тут у нас гонки спринт, гонка преследования, мастарт. В спринте нам надо стараться, чтобы попасть в гонку преследования. Так, идем дальше. Погода у нас тепло без осадков. Так, тепло без осадков. Выбираем. Плюс 2, плюс 6 при старом снеге. Первая группа. Выберем костюм другой. Такой вот. И вперед. Так, стартуем мы по пятым номерам. Под восьмым номером у нас еще Егоров в красной майке, как лидер на данный момент спринтерского зачета. По 37 номерам стартует Дунис Доутс в желтой майке. Также вам начать конку. Мы, как обычно, пропускаем, чтобы быстрее было, и стартуем. Тут у нас прямая большая перед первым подъемом. Так, начинаем подъем. Тут у нас сил жалеть не надо. Наоборот, надо стараться быстрее бежать. Как и спринтерская дисциплина. Подходим к первой отсечке, где мы становимся первой, обгоняя Паулина Фиалкова, 0,4. У нас первый подъем, где потихоньку мы подходим к стадиону. Тут у нас спуск перед второй отсечкой и подъем. Также мы 0,6 выигрываем со второй осечки и плавно переходим к первой стрельбе с положения лежа. Чуть прибавим. Так, Эмма Лумбер тут уже стрелялась. Сейчас мы начнем стрелять.
Закрываем все мишени. Первый рубеж отлично проводим. И движемся к отсечке, где уже будем проигрывать 1,9. Занимаем третье место. Так, работаем в подъем теперь. Силы не экономим. Погода у нас плюс 3 градуса. Отличная. Так, тут мы немножко проигрываем. Но ничего не сильно не критично. Так. Работаем в подъем. Так. Отдыхаем на спуске. И движемся к отсечке, где мы уже еще немножко проигрываем. Соперницы тут, конечно, быстрее нас, но главное не сильно проигрывать. Так, и вот заключительная стрельба у нас. Вторая уже не стоя. Закрываем мы все мишени. Отлично проводим гонку. 10 из 10 мишеней закрыты. Движемся к отсечке, где мы будем проигрывать 3,2 и занимать второе место. Лидирует у нас Эмма Лунда, канадка. А, чуть буста тут прибавим, чтобы подъем быстрее зайти. Немножко отыгрываем. Смотрите, у нас половина фиалковая, но там уже она намазала, видно, проигрывает 13 секунд, много. Так, работаем в подъем, сокращаем. Загружаемся в косички. Посмотрим, сколько мы будем прыгать. Уже 4 секунды, конечно. Медленнее мы ее идем. У нас ускорение пошло. В итоге мы проиграем 3,8. Ну, немножко отыграли, но так и осталось, как после второй стрельбы. Отставание. Так. Нажмем подвести итоги гонки. Думаю, что стоит что-то ждать. Так, ну понятно, нас отодвигает будет, но посмотрим, какое место в итоге займем. В итоге проигрываем 6 секунд. И всего лишь 9 место у нас. У нас Егоров в красном майке 16 место у нас занимает. Винс Доус, лидер Кубка IBU, 4 место. Выигрывает у нас гонку Элиза Гаспари, 2-я Мара Хандершмит, 3-я Тиана Кимова. Кто у нас не попадает в пасьют? Начиная с Тина Нисы, к сожалению, не попадает у нас в пасьют. У нас Сия Гореева, Полина Фиалкова, Анна Магнусон, от кого, если можно выделить, Глина Вишневская, которая в топ-6 входит у нас. Кубка IBU. Так. Много кто хороших спортсменов, как говорится, пролетает мимо пасьюта. Так, идем дальше. На Кубке мира у нас Ойберхоф уже. Этап проходит эстафета. Норвегия выиграла, Франция 2-я, 3-я Германия. Так, это у женщин, у мужчин у нас Норвегия тоже выиграла, Франция 2-я, Германия 3-я. Даже что, одинаково вышло. Да. Так, гонка проследования у нас с
Смотрим общий зачет. Общий зачет у нас третье место. Мы сохраняем. Хорошо. Мы уже на 50 очков во второго места. Оставим. Это уже много, конечно. Так. Погода. Так, следующая у нас гонка преследования. Погода очень тепло без осадков. Выбираем комплекты. Очень тепло без осадков. У нас плюс 2, плюс 6. Так, костюм у нас такой будет. И жмем старт. Так, стартуем мы девятыми с отставанием 6 секунд от лидера. В желтой майке у нас Норм Хандершмидт по отставанию 0,3. Четвертая Дуниас Доутс у нас в красной майке лидер гонки преследования с отставанием плюс 1,1. Начали гонку же мы. Поехали. Так, гонка у нас 5 кругов. Как обычно, будем экономить силы, стараться, но и бороться за топ-6, как говорится. Там все будут шансы за медали, конечно. Хочется медали. Конечно, мы 4 медали уже взяли, это уже хорошо. Что... Сомневаюсь, что у букмекеров мы были в первых рядах, чтобы выиграть кубок Эйдио, но топ-3 возможно. Так, с первой осечки мы немножко отыгрываем, конечно. Лиза Гаспарин у нас там лидирует. Но сейчас мы будем, конечно, обгонять спортсмена и подходить в первой стрельбе. Готовить уже морально, аккуратно отстрелять. Вот у нас стадион и подготовка к первому рубежу с положения лежа. Изготавливаемся и начинаем стрелять. Ай, какой обидный промах, боже ты мой. Сколько спортсменов промазало, вот это был шанс нам еще приблизиться. А в итоге мы будем бежать штрафной круг. Обидно. Обидно. Так, походим в штрафной круг, и мы на 7-м месте. Конечно, уже от тройки мы уже отстаем. 13 секунд, это много, конечно. Так, подъемчик прошли. Татьяна Кимова у нас там на третьем месте, Сьюзан Данкли четвертая, Анастасия Егорова перед нами. Вот. Так, вот он самый большой спуск на трассе. Изгибистый, где нужно внимание очень, иначе врежемся в бортик. И работаем в подъемчик перед очередным спуском. Так, приближаемся к Анастасии Егоровой перед стрельбой. Блин, только второй круг, а может что-то выносливости покушали хорошо, надо избавить. Так, вот он уже вторая стрельба, положение лежа. Да, вроде трасса-то особо-то не это. Не сильно тяжелая, но выносливостью съела много. Ну, внимательность, надо так сильно, чтобы попасть, попадаем в итоге. Так, и мы попадаем, Карлинг Нотен, наш статичный все промазал, это нам дает плюс переместиться на 5-е место, отставание 14,5.
Лиза Гаспарин у нас лидирует. Так, ну главное, мы срались на ноль. И попадаем в цветочное награждение уже. Хорошо. Как бы ты ни был спортсменом, в таких гонках, конечно, очень важна стрельба. Вот, конечно, важен, но при слабом ходе все равно где-то мы стрельбой что-то выиграли. Там спуск у нас перед очередной. Чуть-чуть поработаем подъемчик перед отсечечкой. Ну, чуть-чуть проиграли, но ничего страшного. Так. У нас все Егорова также перед нами. Перед нами, считай, идут все с нулем. Так. Подходим мы уже к третьему рубежу. Положение стоя у нас уже. И тут у нас уже проблемы начинаются у Лизы Гаспарин, которая промахивается 3 раза. Вот это да. Вот это да. Дуня сдулась тоже 3 раза. Вот это шанс. Для нас это большой шанс. И попадаем, и мы пользуемся этим шансом. У нас все Егоровы тоже промахиваются. И мы попадаем в тройку уже. Даже в двойку. У нас все Егорова хочет пролезть вперед нас. Но мы будем работать сейчас подъем. Вот это да, посреди, как сказать, наших спортсменов. Порадуйся, друзья. Татьяна Кимова лидирует. У нас все Егорова со мной рядышком вот идет. Вот это да. Отличный будет подиум. Перед... Главное, что последняя стрельба удалась. Но у нас сейчас есть друзья побороться за призовое место. Вот это тоже плюс. Главное, чтобы нам выносливость еще осталась, конечно. Немножко мы подопрем, простите. Нам нужно надо бороться. Простите, у меня тоже, друзья. Но бороться надо. Так. Фух. Приводим дыхание, чтобы подойти в оптимальной кондиции перед заключенной стрельбой, заключительной заключенной. Тоже извиняюсь за коллапсы в разговорной речи бывает. А Татьяна Акимова у нас застреливается. И мы попадаем. И мы попадаем. Александр Шмидт сзади нас попадает. Блин, ну вот это, конечно, не входило в мои планы. Но мы, друзья, боремся за призовую тройку. Вот это не может не радовать. Ему сейчас может... А, блин, у нас не хватает сил. Опуск нам нужен на финиш. Потому что нас будут сейчас догонять. Секунду всего лишь проигрываем. Вот это обидно, конечно. Ай-яй-яй-яй-яй. Ханнершмидт, скорее всего, выиграет. У нас уже силёных не хватит. Сзади у нас Егорова, нам еще стоять 2-е место надо. Думать об этом. У нас Егорова там резво работает еще. Но, к сожалению, бус нам остался на... А, я слышу, Анастасия Егорова как лидирует, и нам надо буст включать. Ай, неужели? Фу, вот это да. Блин, вот это да, и мы проигрываем 2-е место, занимаем 3-е.
черт, отвлекся, вот это, конечно. Не, ну многие, конечно, порадуются. Конечно, у нас Сигурал молодец. Наша все-таки соотечественница. Ну, мы тоже подрастроимся немножко, конечно. Но третье место, друзья, тоже назначил лайк за очередную медаль. Что мы старались, должны это оценить. А Марвин Хандершмидт у нас с желтой маечкой выигрывает. Гнездоц у нас седьмая только. Карлинг Ноттен тоже сзади, кто нас подпирает в кубке IBU. Это хорошо, конечно. Так, поехали дальше. Так, на Кубке Мира у нас спринт прошел в Берхофе. Терилек выигрывает, Маркита Давыдова. Вторая, Ингрид Энвольт, третья. Мужчина у нас Юханнес Тинсбё выиграл, Симон Десичев второе и Кентен Фионмайе третий. Так, вот у нас уже вышло окошко, скоро начнется чемпионат лиг, вы можете выбрать систему отборочной отбора на главный старт. Все, мы выбираем все спортсмены, участвуют в турнирах своих лиг. Вот у нас еще одна медалька появилась. В итоге у нас уже 5. Как не может быть хорошо. Так, в общем, зачете у нас чуть подсократилось. Второго места, конечно. Но все равно много, конечно, проиграло. И побороться за первое место нам уже вряд ли получится, конечно. Все может быть, но... Так... Следующая гонка у нас заключительная на седьмом этапе, это Мастарт, и двигаемся к нему. Погода у нас прохладная, без осадков. Жмем гонка. Так, прохладно, без осадков. Что нам можно предложить? Так, тут у нас нету такого. Так. Вот, минус 4, минус 8, блядь, выберем. Костюмчик синенький возьмем и старт. Так. Ну, желтый майки, как можно сказать, лидер у нас Марвин Хандершмидт стартует, лидер кубка IBU. Гнездова вторая, третья. Стартовый номер у нас. Четвертый у Картник Ноттен. У Лизы Гаспарин красная майка, так и лидер Мастартов. Ну и можно, по-моему, начинать гонку. Так, здесь мы, конечно, побольше сил побережем. Никак в индивидуалке, где у нас там сил особо уже не осталось. Тут мы ускоряться будем поменьше стараться, чтобы на заключительные круги было побольше. Ну, конечно, это всегда так говоришь, но хватает мало, но по крайней мере хотя бы надо внушать. Так, первая сечка, мы первые прошли, это не может не радовать, хотя бы на данный момент. Тут мы поработаем в подъемчик. Ладно, спуск у нас пошел. Плавно приближаемся к первой отсечке. Подъемчик небольшой перед стадионом, где можно на 1,6 секунды лидируем. И подходим к первому огневому рубежу, положение лежа. Прибавим, чтобы пусть подобрать. И начинаем сейчас стрелять после изготовки. Попадаем все мишени, получилось и быстро у нас, более-менее. Продолжаем лидировать. По гонке у нас проходим первую отсечку. Сзади нас
Дунис Доус на втором месте, Янсхи Егорова на третьем. Продолжаем в меру работать, чтобы не сильно выносливость тратить, но выносливость сама по себе тоже тратится. Второй круг, а уже кусочек свела так большой, если учесть, что трасса небольшая. Тут немножко поработали, чтобы оттолкнуться на спуск. Так, продвижаемся к подъемчику извилистому, начинаем работать немножко на спуск извилистый перед отсечкой. Так, продвижаемся к отсечке, также лидируем даже уже на целых 0,2 выигрываем. Ну и плавно подходим ко второму рубежу, положение лежа у нас. Здесь уже второй огневой рубеж из 4. А пульс у нас быстро скачет, ну да. Попадаем мы тут. И быстро, во второй рубеж быстренько проходим. Вот это не может не радовать. Продолжаем лидировать. На третий круг также идем лидерами. Внизу вот у нас вторая, а третья Каролина Кноттен после нас. Так. Это у нас уже с вами третий круг. Подходим к отсечке лидерами на 1,8 выигрывая у Дунис Доулс. И третий у нас Каролин Кноттен. С отставанием 4,3. Так, работаем в подъемчик. Выносливость у нас отлично. Чуть больше половины. Это не может не радовать. Первую проходим на 2,5 выигрывая Дунис Доулс, то есть упрочивая свое лидерство небольшое. Так, пульс у нас, смотрим за пульсом, это у нас уже третья стрельба и в положении стоя. Так. Стреляем, начинаем. Чисто мы отрабатываем третий огневой рубеж. Соперницы наши мажут и нам дают шанс. Шанс на отрыв, как говорится. И уходим на четвертый круг лидерами. Тут у нас, конечно, не залазить будем. Шанс выиграть гонку есть. Конечно, конечно, рано загадывать. Соперницы будут догонять, они и ускоряться будут. У нас еще выносливость осталась, и мы будем стараться, чтобы нам и на пятый круг что-то осталось. Сейчас будем по сечке смотреть, сколько будем выигрывать спортсменов, идущих за нами. Чуть-чуть они отыгрывают, это хорошо. То есть скорость мы держим. И плавно мы переходим к следующей отсечке. Перед стадионом. И нас будет ждать последняя стрельба в этой гонке, которую нужно подготовиться морально в первую очередь. Пострелять в ноль. Ну вот огневой рубеж и исключительно четвертая стрельба из положения стоя у нас. Соперницы тоже вдали уже. Видно их порыв догнать нас. И мы стреляем.
что мы стреляем чисто и убегаем в гонку лидерами. Марвин Хандершмидт попадает. Думис Доус тоже. Вот это сейчас будет, конечно, заруба за победу. Очень жесткая. 5 секунд всего лишь у нас есть. Это очень мало, конечно. Сейчас нам придется супербуст уже включать. Только у нас тут и шанс оторваться в этот подъем. Потому что и там впереди большой спуск. И мало где можно... прибавить. Сейчас посмотрим по осечке, сколько мы будем выигрывать. 5 секунд. То есть держим мы задел. Это хорошо. Это очень хорошо. Поднимаемся в подъем. Соперница уже сзади, неподалеку. Конечно, по карте видно, что приближаются, но... я думаю, оглянуться. А, уже рядышком, да, соперницы пытаются отыграть. Да, уже отыгрывают очень много. Но мы должны задержать. Мы ускоряемся. И красиво выигрываем эту гонку с нулями. Первая победа в сезоне у нас. Конечно, мы радуемся на финише. Сзади у нас лидер Кубка IBU финиширует Марвин Хандершмидт. И второе место Кубка IBU занимает третье место Думис Доус. Так, дальше финиширует спортсменки, но мы жмем подвести итоги гонки и посмотрим. Так, итоговая тройка у нас Эмили Карпендер, Марвин Хандершмидт, Думис Доус. Лидер по масс-стартам Лиза Гаспарин в красном майке проваливает гонку, то занимает 16 место. Жмем выход. На Кубке мира у нас гонка проследования прошла. Терелеха выиграла, Марта Ройслан вторая, Денис Херман третье место занимает. Так, у мужчин Тари Бео, Юханнес Бео. То есть у нас Бюдем на подиуме и Артпайфер вклинивается на верское доминирование, третье место занимает. Так, а мужчин у нас что-то на кубке IBU, Террас Сеппел первое место, Никита Лобастов второе место и Томас Бармалини третье. Так, начинается чемпионат Элик, вы участвуете в турнире чемпионата IBU. Так, то есть у нас следующие с вами видео, которые будут, это уже будет чемпионат IBU, и который будет проходить в Раубичах в Беларуси. Так, смотрим общий зачет, и тут мы сохраняем третье место и приближаемся ко второму месту, что может не радовать. Ну, отрыв от первого места понятно, то что Марвин Хандершмидт постоянно в тройке финиширует, и очень тяжело будет ее догнать. Посмотрим малые зачеты. Тут мы в спринтах также шестое место, как и были. Гонки преследования на третье место поднялись, то что хорошо провели гонку и выиграли ее. Так, посмотрим масс-старт. В масс-стартах мы тоже на третье место поднимаемся, так как сейчас его выиграли. И в индивидуальной гонке у нас третье место, тоже есть шансы. То есть, ну, во многих зачетах у нас шансы есть хорошо завершить с малым хрустальным глобусом. Так, медальный зачет у нас такой, кубок IBU, да. 11 медалей у Норвегии. То есть 5 золотых, 4 серебряных, 2 бронзовые. У России у нас 12 медалей, что может не радовать. 4 золотых, 4 серебряных, 4 бронзовых. И третье место у Германии, 3 золотых, 5 серебряных и 2 бронзовых. В итоге 10. Так, на Кубке мира у нас тут, ну, понятно, доминирование Норвегии. Так, ну и... что могу сказать. На этом мы заканчиваем это видео. Спасибо, кто посмотрит, кто поддержит лайком и комментарием.
для вас рад стараться, записывать еще видео. И будем дальше стараться на кубке IBU подниматься выше, насколько это там можно, и зарабатывать медали. Так, все, был с вами Иван51, рад был с вами пробыть это время. Всем удачи, пока-пока.